Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. В Кировской области растет банковское кредитование. По данным Кировского отделения Волговятского главного управления Банка России, по итогам прошлого года объем новых кредитов вырос на 20%. За год банки выдали кировчанам 125 миллиардов рублей, из них предприятиям 66, рост на 13%, гражданам 57, рост 30%. Кредитный портфель юрлиц и ИП вырос на 7%, до 52 миллиардов, граждане увеличили кредитные обязательства. Обязательства на 15% до 91 миллиарда рублей. При этом жители области стали исправнее платить по долгам. Уровень просроченной задолженности на начало года 9,5%, на 1,5 меньше, чем на начало прошлого года. Программа «Экономика». Компания «Движение» уходит из региона из-за действий налоговой. Заявление компании пишет свой кировский. По словам руководителя холдинга «Движение» Сергея Киселева, после череды проверок прибыль предприятия за последний год упала в 100 раз. Киселев заявил, что система сбора налогов в регионе связана с выполнением внутренних показателей налоговой службы. Например, налогоплательщиков просят авансом перечислить НДС, а затем возвращают его, выполнив формально план по собираемости. Холдинг «Движение», по словам его руководителя, потерял прибыль из-за того, что налоговая приезжала с допросами к контрагентам. У тех в результате складывалось о партнерах негативное впечатление, ужесточались требования при сделках. Экономика на 101 FM. Филиал КЧХК увеличил выпуск продукции. Его объем в прошлом году более 6,3 миллионов тонн. По сравнению с 2016 годом он увеличен почти на 4,5%. Цены на минеральные удобрения в прошлом году на рынке увеличивались. Продукция КЧХК подорожала от 2 до 21%. Самым популярным продуктом называют нитрат кальция, водорастворимые удобрения. Его производство в прошлом году выросло почти в 1,5 раза. Компания также в прошлом году вложила в производство более 1,5 миллиардов рублей. В завершение о валютах. Доллар сегодня 56,65, курс евро 69 рублей 81 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.